Привет, автолюбители и пользователи автомобильного портала Drom.ru. Выиграли автомобиль в лотерею. Погнали. Его тоже отметил в своих протоколах, а вы можете сами решить этот вопрос своей рукой. Номер 11. Топ-игра. Даже не представляешь. А я тебе всегда любо говорю, ты ходи больше пешком, у тебя и пузо меньше будет, ебать. Ну вот и походишь у нас пешком. Похудеешь заодно, да? Люба, а что началось-то? Я не знаю, что ты там нафантазировала, Люба. Но гони эти дебильные мысли из своей головы, Люба. Игорёша, ты у нас, конечно, мужчина в семье, но и я 2 года не зря на железной дороге работала. Люба, не нужно, в нашей семье не нужно насилие, Люба! Это моя машина, не... Да, Люба, успокойся ты уже! Да наверху валерьянка, попей, нормально будет, Люба! Да, Люба, что такое-то? Это не Люба. А? Чё, решили меня этим взять, да? Да ничего, я не ревнивый! Я тебя прощаю, Люба! Я не любовник, пока. Я адвокат. Подпишите бумаги на развод. Люба, ты что, разведешься со мной из-за какой-то моей машины? Пол машины. Половина машины по праву принадлежит ей. Имей в виду, Люба, я тебе развода не дам! Игорь, это Галина Ивановна. Давай рассуждать, как взрослые люди. Билет купила моя дочь. Ага, вообще-то на мои деньги. А я твои спиннинги порву. Галина Ивановна! Это бесчеловечно! Не вздумайте трогать спиннинги! И ружья все твои продам! Люба! Где там бумаги? Я согласен на развод! Не трогайте ружья, Галина Ивановна! Игорёш, ну ты прав! Это твоя машина! Решила сменить тактику! Если бы я хотела сменить тактику, я бы сказала, что ты сильный, в постели как бог и много зарабатываешь! Ну да! Такого от тебя никогда не дождешься, Люба! Мама, ну берите его за ноги, тащим в зал. Игорёш, любимый, ну давай, скажи, где билет, и мы тебя развяжем. В надежном месте! Да нет, там у тебя ничего, мы проверяли. Я надеюсь, не при этой хоть? Да нет, там у тебя ничего. Да, любимый, ну давай, по-хорошему скажи, где билет. А я ни хрена вам не скажу, вот, фиг вам, фиг. Мама, активируй кредитные карты, он не хочет сотрудничать. Какие карты? Мы же все выбрасывали. Это ты так думаешь? Здравствуйте, это Илья Иванов по поводу кредитной карты. Не надо! Галина Ивановна, не надо! Галина Ивановна, остановитесь! Какой там у вас кредит? Люба, Люба! Я согласен, согласен, Люба, я согласен! Мама, все, отмена! Хорошо, мы заказываем. Люба! Мама, отмена, я говорю! Да я не могу остановиться! Успокойся, говори, Люба! Да мама, ну что такое? Так, так, где? Не надо, Галина Ивановна! Ой, дорогой, не раздевайся, надо маму с дачи привезти. Ну, сама и привези, Лю, это ж твоя машина. Ну, давай на тебя оформим. Я что, дурак, что ли? Я лучше пивка выпью, Люба. Езжай, езжай, за мамочкой. Понравилось видео, плюсуй в комментариях. Ну, все, друзья, до пятницы.